Попал с первого раза на нужную заглушку. Так, всем здрасте, здрасте, всем доброго вечера. Вот, сегодня мы с Максимом принесли опять метро Last Light Redux. И я так помню. Да? Redux же? Не знаю. Проснулся. Короче, там на 5 часов примерно про ухуждений всяких. Вот. Но было решено как бы поделить на 2 эфира. Вот. Потому что сегодня поздненько слишком и под запись, скорее всего, мы сегодня стримим. Вот. Стрим на Яндексе пошел наконец-то спустя 8 минут. Вот, на взади тоже, на YouTube Twitch ВК идет, все нормально. В общем, все чаты видны, все хорошо. Усаживайтесь у нашего костра уютного. И мы идем в стрипуху. Так, надо. Все, шалом. Ура! Ура, ура! Да, наконец-то стриптиз у нас будет. Вот, главное, чтобы ни Яндекс, ни Твич не заругал. Ну, Твич-то хер бы с ним. Бахнем малинового чая за победу. Подземная Венеция — дурная репутация. Говорят, вся она — большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал... Прошлый стрим закончился на пчем. Остается найти следы черного. Но теперь... Я должен еще и постараться разгадать. Насколько я понял из контекста, он ищет черного. А, ну это из начала игры еще, да? Там где-то как-то. В жизни такого стрела. Так, какая задача вообще? Черный. Павел знает, где находится черный. Черный. Тут без ее. Где находится черный? Найти Павла на Венеции. Так, я тут вроде кого-то обокрал. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. В прошлом стриме, да? Да понял, я понял. Все, я пошел. А, в этом тоже можно обокрасть, но я не буду, наверное, это делать. Я пытаюсь на хорошую концовку что-то изобразить, но, наверное, вряд ли у меня что-то получится, я так понимаю. Потому что я тут всех... трогаю за всякое. Слушал я на Яндекс.Дзене, там звук туда-сюда скачет. Какой звук? Вот есть же регулировка звука. Вот он, скажем, мне скачет туда-сюда. А в остальных? Ну не, в остальных-то нормально. А, не, я думал, что-то со звуком. Но это, видимо... Нет, с плеером-то. Видимо, какие-то проблемы, да, у Яндекса. Но это не наш косяк, это явно. Так, можно рыбы купить, наверное, нет? Вот сейчас у меня на паузе стоим, да. А звук туда-сюда, иконка меняется. Ты, прикольно. Забавные баги на Дзене. Вот ты когда стрим запустил, я чуть не офигел, у меня со всех окон звук пошел. Жуть какая. Так, нужно что-то сделать, наверное. Слушай, брат, опять игра. Куда? Я уже ее видеть не могу. Патрончик найдется. Ты бы мне хлебушка достала, а? Какой патрончик? Его даже на новокузнецкой. Ой. Побольше бы таких гостей. Хорошее действие совершил, спасибо. Оказывается. Ну я не знаю, у меня это сколько. Я перехерачил, по-моему, херовую тучу народу вообще в целом. И в стелс не можно совершенно. Ну-ка дай пройти. Вот, и поэтому вряд ли, наверное, что-то хорошее из этого выйдет. Так, оружейное, стоп эксчейндж какой-то. Мне так что-то подсказывает там. Вводятся всякие разные обзион. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Так, это кто? Это местный Петрович, да, вот как в Сталкере? Вот это вот. Выходит, что идти тебе дальше. Сидорыч там. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с... Сидорыч. Сидорыч? Или Петрович? Работа для тебя найдется. Сидорыч. А ты у нас с толковой молодежью
Бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, по да что деньги заплатили? Ты не знал? Мы тебе и девушку подыщем. А, он, короче, предлагает остаться на Венецуэлом, здесь вот, так вот, и промышлять с местными рыбаками. Не знаю, нахрена его... А, я за заметкой сюда пришел, точно. Так, ладно, надо пополнить боезапас, мне кажется, да, а то патрона вообще нету ни хрена, 31 патрон. Я уже скоро начну, наверное, голдовыми снарядами стрелять, мне кажется. Так, а где? Тут же написано было... Маркет там. Для кого по-английски вообще здесь? Stock Exchange. Оружейное туда. Ну, там оружие... Не-не-не, где... подожди, где ты должна... А, наверное, здесь вот все-таки, да. Товарищи с крестами. Ты уже не понял? Канай за столиком. Местный байкер-клуб. Местный байкер. Бар «Голубая устрица». Почему один актер, вот, который этого Бурбуна озвучивал в 33-м метро, он тут же всех вот этих вот бандитусов здесь же озвучивает. Да и, по-моему, в 33-м также все озвучивал. Так, где-то... Вот, секс-шоп. В смысле... Да, секс-шоп в натуре. Сейчас будем... чуть попозже. Обучаться технике бесконтактного секса. В смысле боя. Так, а можно в секс-шоп войти? Ты вообще за патроном шел? Вообще, да. Чисто работай, ну. Какая она страшная, блядь. Почему у нее еблет белый? Никто не знает. Я пока жопу вижу. Зато это самое, как его, физика сисок. Сиски туда-сюда. Да, причем там, где они не должны колыхаться, они колыхаются. Можно подождать, пока не патрон еще понабросает. Вот этот сиску трогает. И дальше посмотрел такой. И дальше жмак. Жмак, жмак. Это лысый из Бразерс, да? С бугра местного спроси. Блять. Алло, у нас тут не коммунизм, не раз. Ты че вообще? Так, мне нужно купить патрон, сходить. Подглядывает, смотри, под. А че там такого? Чем могу быть полезен, молодой человек? Да подожди, куда ты смотрел? Я вас слушаю. Ну же, не стесняйтесь. А, там танцует. Не мой, что ли? Там соски не прорисовали, мне так кажется. Да отойдите от меня, пожалуйста. Так, надо купить что-то. Вот, нужны патроны. Так, выбрать... Не, пацанчик, тебе уже. Так, все, ближе, дальше уже не пойдет. Нормальная маслята, пацанчик, хоть и самодел. Спешите. Пацанчик, да куда столько, из тебя уже сыплется. К Драбадану еще надо. 94 патрона. 94 деньги, вернее, осталось. Подожди, а можно что-то, наверное? А тут тюнинг есть? Так, ствол. Да, вот. Подожди, калиберный прицел или какой у нас? А, у нас оптический КПНВ. Вот это очень хорошо. Привет на Твиче, Миклуха Артём. Здорово, здорово. Установить лазерный прицел, да. Установить, что еще? Так, а этот и так. Подожди, а это... Дульный тормоз или что? А, глушак стоит.
все в порядке. Так, что еще можно тут затюнить? Глушитель удлинем. Никакие мы не сектанты. Так, это... А, подписка. Спасибо за подписку на Твиче, да? Да, это Твич. Пацаны, надо кому волыну. Не, пускай, если наверное, будет этот. Подходи. Подожди, а что нужно сделать? А, я хотел посмотреть вообще у него... Заобменять можно что-нибудь? Так. А почему у него... А, РПК. Слушай, может это на калаш на РПК махнуть? Волына просто зверь. Бери, братан, все караваны твои. Зачем? Ну там это, как боезапас больше. Хотя ладно, бывай, потом. Братуха. В принципе, особой разницы нет. А что-то еще можно было реальные тут сделать? Волыны для реальных пацанов. Налетай, что давай. Надо? Не видишь, закрыто. Что-то тут закрыто. Я не совсем. Короче, го в стрепуху. Или что? Что-то тут можно еще сделать. А, тут этого Михуила. Короче, ребенку нужно выиграть, да? Тихо. Ну все ненужные патроны продать надо. А я не знаю. А что, а так можно? Я хотел Мишке показать, как утиры стреляют. Сейчас сделаем. Сейчас я насколько помню, тут этого Михуила нужно раздобыть. А почему она моргает? Это так свет падает на мешок. Ну не получилось. Хрена себе не получилось. Пишите. Количество мишеней. Так, а где тир? Так, это как крыса-свиньи? Или что? Теперь я здесь крота-свин. Правила простые. Так, ну го, за 10 потом. Тут нужно, короче, выиграть, да, медведя? Так, а где? Ну чё, кто со мной забьется, что он Сёма занёт? А чё, на кого? Да хоть что у меня стало. Слушай, а тут, мне кажется, мишени же были давно. Не знаю. А где медведь-то? Молодец! Держи патроны! Может, поднимем ставки? Давай поднимем. На позицию! Мне нужен медведь! Я не помню, к сожалению, где он. Братва, есть чисто конкретные волны, свежая поставка. Медведь так светится, потому что в нем можно пущать, как бы другие, которые светят. Сейчас. И кто там откроет? В нем можно посещать, как другие. А, понял. Чё там Дзен? Чё там Яндекс? Молодец. Держи патроны. И чё? Может, поднимем ставки? Прошу на работает и по-прежнему звук скачет там. Не знаю, работал вроде. Да без мая, сейчас попал, она в стену не попадет. Ты чё, обурел? Опять попал. Да он и с эксперта не держал подхода. Это же интересно. Да где ему попасть? Не, ну вообще много интересно. Разных крысел. Последнее осталось. Давай. Подожди, я что-то узрел, у него на часах количество патронов, что ли, показывает, или что это? Ну что такое было? Держи. О, медведя! Вот специальный приз. Обычно мишеней до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Чё, все, больше нельзя пострелять? Окей. Так, ладно, гока. А тут смены дня и ночи-то не бывает, мне кажется, да? Поэтому вернуться и постучать в нее не получится. Это просто копипаст с другой локации. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Что нужно дяде сказать за Михуила? Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, в животе не булькает, да? Как говорится. Игрушек здесь сами понимаете. Вот он и привязался так. Ну что,
Пошли домой. А можно я еще здесь поиграю? Хорошо. Еще опять проебет где-нибудь этого Михуила. А пойдем домой. Какой он страшный. Ну, сделал хорошее действие. Ну, у меня все еще есть надежда. А ты куда? Блять. Что она делает? Смотри. Какой ужас. У меня все еще есть надежда на то, что будет какая-то хорошая концовка. Ну-ну. Надейся. Конечно. Удачи. Да. Так, а здесь что? О, рыбаки. Патрончики. Так, нужно... Потом, они, мне кажется, оттуда не уйдут никогда в жизни. Кажется, да? Ну да, вон этот мелкий сидит до сих пор. Покупайте наггетсы, говорят этот. Так, давай продадим патроны, которые не нужны. А как продать? А, продать на... Так, не пустят. Во-первых, купить. Никакие. Уже не полезет тебе. Что? Другой. Куда пусть? Пацан, отвечай. Блин, а чё? Я ходил в метро Last Light. Тут какой? Пацанчик, лучших не найдешь. Я тоже проходил Last Light обычный и этот. А сейчас дорвались мы до редуксов, до редухов. Сейчас не дробаш был. Чё, дробаш? Ну, у меня есть дробаш, чё-то. А зачем ты патрон продал? Я не для дробаша продал патроны, я эти анальные шарики продал. Анальный шарик не кто стреляет? Это рельсотрон какой-то. Так, го, наконец, стрепуху. Ради чего мы вообще собрались-то здесь сегодня? На всяких разных платформах. Ради стрепухи же. А тут... Новая заметка. А заметки в следующем стриме будем читать, я так думаю. Пол стрима на это потратим, но прочитаем. Павуки. А? Павуки. Павук. Свин-павук. Свин-павук. Без него мы все... Как без этого самого? Вот, тот кого... Подожди, а где сам стриптиз? Он тут должен быть, мне кажется. Так как, начнется. Эй, красавчик! Внезапно. Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. А вот, наверное, сейчас и будет, да? Ну ты прямо атас. Они тут копипасные. О, смотри, ну, эти самые. Тут подрисовали вот этого всякого. Что тебе станцевать, сладенький? А... Говори, не стесняйся. Что-нибудь. Устраивайся поудобнее, сладенький. Вот здесь вот точно нужно два кокоса. Потому что... прощай, монетизация на стриме на ютубе. Смотри, отведи взгляд. Да уже поздно, блядь. Все, прощай, монетизация на ютубе. На этом стриме. И скорее всего, Яндекс.Дзен еще его забракует. И возможно еще Twitch. Но оно того, мне кажется, стоило, да? Можно поставить там лайк прямо сейчас на Ютубе и ВКонтакте. Ну как тебе танец, красавчик? Вижу, что понравилось. Если хочешь еще, так и говори, не стесняйся. Ну давай еще. Давай, пускай забанят уже, блядь. Че, нет? Давай, пошли уже. А смотри, у него ноги появились внезапно. В смысле появились? В смысле, а у него не было же, мне кажется. Ты не смотрел на них? Да? Ты повыше смотрел? А что будет, если тыкать, она перейдет в Артемову собственность, как стрепуха в Вайсити? Или нет? Нас забанят. Да.
прямо здесь и прямо сейчас. Нормально. Иди сюда. Страшно. Красавчик. Страшно. Продлевать будем? Будем продлевать? Нет. Нет, не будем. Деньги вернет. А мы сейчас... О. Нажми на С. Он это, закалянился. Ой-е. Что-то его прям штырит. Блин, грибов подземных набили туда. Можно, ну, мы в следующем стриме уже сюда вряд ли вернемся. Так, и еще YouTube, мне кажется, он 18+, вкорячит принудительно. Прям вот стопудово вангуем. А, вот, смотри, тут открылось. Что должно открыться было. Реальные волыны для реальных пацанов. Реальные волыны для реальных пацанов. Обещает. А, о, эти ушли. Ну вот, разбудили. Делать нечего, стучать. Ходят всякие. Ты кто такой? Есть часа конкретные волыны. Свежая поставка. Так, го, короче, по сюжету уже, да, как-то? Так, подожди. А, это патроны, пармидол. Пармидол у меня достаточно. И этих как его? Как его? А ножей. Жей? Ножей. Ну, ежей. Славься, Джей. Так, славься, Джей, да. Так, пистолет у нас имба, да? Мы это выяснили. Ага. Так, гранаты. Я так и не понял, как кидать гранаты, на самом деле. Да ты кидал гранаты. Не? Тебе сказали, на что-то кидать. Так, выключил я тут всякое. Зачем-то? Зачем-то. Тут, видимо, как-то надо куда-то пробраться. По стелсу. Блять, я не смогу в него. И меня уже заметили, фактически. Ой, все, меня спалили. Блять, с лазерным прицелом, конечно, меня не видит, да? Чё, луч какой-то? Ой, кто-то там... Подожди, блять, загорелся, я же этими стреляю. О-о-о. Да, а как вернуть? Не знаю. А зачем ты деньгами стреляешь? Вот не знаю. А, вот, все. Я не знаю, я, видимо, как-то зажал. Вот, и... Как-то оно так получилось. Вот. А тут, когда зажимаешь же, он начинает переключать. Эти, как его, голдовые снаряды на неголдовые и наоборот. Сейчас попытаюсь все-таки дальше как-то по стелсу пройти. А, вот, слушай, они ничего не слышали, оказывается. Или это мне как... Да, мне все-таки показалось то, что они ничего не слышали. Да нет, ты опять появился просто. Да? По-любому. Блять, пуля уронила стеллаж. Сейчас увидишь.
По-моему, этот чувак его уронил. Да? Он упал на него, да? Как гранат кидать? Я забыл уже. На Б. На Б? В. В? Как, а какая, русская или английская? Я не русская. Кто-то стреляет. Блять, он опять голдовыми начал стрелять. За прошлый стрим ни разу не стрелял ими. Да здесь не знаю, я как во, все. Обратно переключил. Я один раз нажимаю, а он голдовый начинает херачить. Странная херня достаточно. Не знаю, какие-то пролаги непонятные с этими патронами. То, что он внезапно... Да, я и за прошлый, и позапрошлый, по-моему, стрим ни разу не это самое, не стрелял, да? Голдой. А тут он что это раз туда-сюда начал. А вот это что за ствол? А, это пистолет, видимо, немецкий, трофейный. С обвесами всякими. Свиста. А все. Да зачем? Мне и с этим, с калашом довольно комфортно бегается, я тебе скажу. На свет надо это самое, экономить. Электричество. Хоть она и это, керосинка, да? Лепестричество. Лепестричество. И так не хватает. Всякого. Так, чё, может, чё-то тут можно залутать? Нет. Залутать ничего нельзя. Можно, можно пойти дальше только. Бросай оружие! Руки за голову! Руки за голову, мордой в пол. Пожалуйста. Вижу! Ох, ловкач, все чёрного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно. А его можно захерачить, а можно не захерачить, да? Ты черного ищешь? Он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суд! Черный на Ах ты, сука. Что? Черный говорит, на Ленина находится. На площади? Ленина. Ну, наверное. А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, а этот сволочь опять болото, сбежал, да? Пройти можно. Идем быстрее. Так, в кои-то веке появился напарник, болванчик. Я не знаю, насколько он умный. Не помню. Но его можно завалить, да, мне кажется? Зачем? Ну да, это, наверное, не целесообразно. Я так понимаю, если... Но... Глава ребенок, мне кажется, она поэтому так и называется, да? Как, когда, собственно, наверное, будет этот самый черный найден. Вот, но покуда мы решили эту финальную часть разделить на две части. Это тебе мой презент. За бандита. Ух ты. Смотри-ка. Неужто плавать придется? Погружение или не очень? А, нет, это все-таки наверх. А, этот костюм-то отобрали, по всей видимости. Если мне повезет, болото. То на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. А, вот, теперь нужно до наших. Ну, это смотря кого считать нашими. Собираются провести и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Я уже особо не вкуриваю,
кто наши? Возможно, наши немцы. Тут как бы всякое может быть. Раз приняли уже за вот это вот всякое. Так, а у меня противогаз расколот. И это не круто. Надо найти новый. Вот оно, болото. Болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет тут запарить. Опять креветки будут вот эти вот, которые в метро в этой Венеции будут. Я вот что-то не помню. Вроде на заправке должно быть. Вроде под землей только. В воду не суйся. Землеходные креветки. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. А тут пиявки будут. Удачи, Артем. А что за чувак вот этот? Я что-то вообще не могу понять, кто он такой. И почему он начал помогать внезапно. Приходил. Так, что? Крокодил? Мимо. Мимо крокодил. Ну, чё крокодил тогда? Мимо. Ну. Не дал увидеть этого чувака. Так, нужно... Подожди, где? Как? Да, блин, убери! Да хватит, игра. Так, нужно Черный. Черный находится на Октябрьской. Добраться до Октябрьской, найти топливо для паромной лебедки. Лебедке нужно топливо? Что-то новенькое. Главное опять не стрелять голдой. Сейчас вроде нормальные патроны. Так, пока я иду верно. Вроде бы. По наитию, собственно. Я не помню, куда идти, поэтому я просто пойду вперед. Так, а кто-то... Подожди, кто-то... Кто-то тут обитает. Еба. Обитает всякое разное, поэтому... Еще и сожрали. Или нет? Подожди, не сожрали. Так, а в какую мне сторону? Так, мне вправо. Вот. А, тут как-то на ощупь. Прикольно. Загрузить последний чекпоинт. Сом сожрал. Сом, да. Или осетр. Сом был. Мутировавший шибко. Зубов мало было. Так, а если я пойду вот этой дорогой? Я куда-нибудь приду? Нет. По всей видимости. Опа. Патроны, противогаз нашел наконец-то. Новый. Навьё. Никто не пользовался. Ну, практически. О, исхрон. С пистолетом. И патронами. Кто пишет? Кто-то рычит. Куда? Зачем стоять? Чтоб тебя унесли летающие. Утащили в это в анальное рабство, в креветочное. О, смотри, а там еще наверху что-то должно быть, мне кажется. Можно что-то залутать? Так, снайперка. Не, снайперка не нужна. Пишет снайперка там. Да зачем она? Поменяй на разбитый противогаз. О, подожди. А, можно же, наверное, давай пока дрободан махнем на снайперку. Можно их снять, наверное, отсюда. С этого. И что, их видно, что ли? Да вот не знаю. Вон там кто-то лежит. Или это мой труп? А вот. Стреляй.
Слушай, она с одного патрона прям. Так, минус один. Так, где-то еще должны быть. Я далеко не хочу отходить, и я потому что не хочу дрободан терять, потому что у него херовая тучка, к нему патрон. Слушай, а я что-то больше не вижу этих креветок. Придется идти. Блять. Ладно. Фу. Кто там? Да это я выстрелил случайно. Так, ладно. Го, короче. С дрободаном. Это тебе не Doom. А, всем привет, Толик. Вконтакте. Здоров, Толян. Здоров. Он у Толи. Я не особо понимаю, в какую сторону. Может, это... Компас включишь? Купаться? Компас. Компас, да. Компас налево мне показывает. У тебя компас как у Джека Ворохи хера. Воробей. Так, я вижу... Это брод? Ёпта. Мне уже испоганили все на свете, весь этот... А, все. Ёп. А чё так много-то их? Креветки. Ну, наверное, последняя жратва за пару месяцев на этом болоте. Да сто пудов. Блять, а как... Как пройти-то? Я вижу эти, как они... два флажка? Там еще демон этот летает. Может, он тебя достает? Кстати! Слушай, может это брод все-таки? Нет, это не брод. Сейчас меня сом опять сожрет. Не, не сожрал. Так, нажмите Ё, чтобы... А. Блять, пока фильтр менял, на меня это наделали нехороших вещей. Так, подожди, может сэр? Давно стримите? А да, полчаса где-то, плюс-минус. Где-то около того. Слушай, это какая-то огромная прям креветка-то. Слушай, а что с ней делать-то? А, все. На дробаш пофиг. Это, подожди, это был босс ветролет, мне кажется. Босс ветролет, вон летает. Ну, кстати, да. Так, мне направо? Вообще, но тут еще что-то вроде есть слева. Блять. Что-то дало по башке. Подожди. Что-то можно залутать, мне кажется, здесь. Или это мне просто так кажется? О, противогаз новенький нашел. Вот. Но, кажется, с этой снайперку все-таки надо было брать там. Давай вернемся. Да уже далеко возвращаться-то. Так, о. Подожди. Схрон. А, эту мину нашел. Только зачем? Так, не прямо. Так,
Но нужно как-то обойти это все дело. Там чувак на крыше лежит, отдыхает, загорает. Так, ладно, главное, я нашел путь. А где прицел вообще? Или у дрободана прицела нет? Он же есть. Интересно, они тут вообще спавнятся как бы бесконечно? О, нашел канистру. И что там? Пусто. Интересно, а куда он ее уберет? В итоге. Нету, пусто. Окей. Так, ну зато есть заметка. И... А, пармидолом я не пользовался. Так, подожди, а в какую сторону? Так, теперь мне налево. Так, а если у меня нет бензоля? Зачем мне тогда налево? Там есть. Может, на крыше что-то есть? Что-то рычащее, по всей видимости. Оторванное что-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, может, он все-таки унесет меня в далекие дали? Так, а мне на ту сторону вообще? Где-то вот здесь воду. Вот, наверное, можно пройти. Так. Направо. Так, а самолет будет разбитый? А, вот он. Слушай, я помню, где-то тут этот самолет еще был. Так, ну как... Подожди, я запутался. Игра. Опять противогаз. Так, мне налево. Вот, я вижу флажок. Видимо, как-то там, наверное, можно пройти. Хотя здесь вот есть дерево. Вполне себе, ибо, в смысле, проходимое. Паш, а бензин вам зачем? Чтобы завести лодку, вроде бы. Но я еще лодку не нашел. Да, блядь, да игра, да что ты делаешь? Прекрати. Так, нужно зажать. Так, найти топливо для паромной лебедки. Я, правда, не совсем понимаю, зачем лебедке нужно топливо. Там же вручную можно покрутить всякое. Может, там мотор? Мотор. Может, и мотор. Сейчас с этого... Сейчас керосина, это авиационное топливо. Сейчас это сольем. И это... Туда-сюда. Как полетим? Как полетим, да. Анальные шарики плюс 4 штуки. Мало это. Я нашел что-то, вроде бы. Постучал. Есть кто, блядь? Вы кто такие? Ой-ой, идите нахуй, как говорится, да? Вот это вот точно мимо крокодил. Я, по-моему, это как раз и есть сом. Вот, это который меня сожрал? Вроде да. Иллюминатор, выходи. А ему нельзя это самое? Но я его отпугнул. А так он никуда не выходит. Так, подожди, а в какую сторону вообще? А, Джонни Лига. Привет, метромены. Выживальщики, сталкеры подземелий. Здорово, здорово, Жек. Ты это посмотрел, Жек? Я тебе там это, как его, скидывал. Там чувак на сайте у нас интересуется по поводу твоей статьи вот этого Асхина, я не знаю, как он правильно. Типа, про какой-то статус онлайн, офлайн там. Я нихера не понял, поэтому я ничего не стал отвечать.
Так, мне нужно на крыло самолета как-то подняться. По всей видимости. Зачем? А, ну, наверное, надо зачем-то. Я так думаю. Там Сом опять этот вышел. Погулять. А, слушай, на самолет он не хочет залазить. Я просто думал залезть на крыло и пройти там всякое. А, ну можно и вот так вот, да, сделать. Так, а можно еще на ту сторону сходить? Я, правда, не знаю зачем, но а вдруг там что-то есть? Но если я сюда слезу, мне кажется, я уже не залезу. А, нет, залезу. Давай посмотрим, может, что есть тут. Опять. Чуть-чуть сам себя не убил опять. А тут нихера нет, абсолютно. Ну вот. Тут я пролезть даже не могу. Тут локация заканчивается. А, вот, подожди. Я патроны к дробашу нашел аж 32 штуки. И на этом все закончилось. На этом больше нихера нет. А, не, вот здесь вот можно пройти. Надо потом глянуть, смотреть, через что запуск был там. А это я не знаю, что там про... Я не помню вообще, что там было написано. Как запускать? Я даже не знаю, про что это. Аскин какой-то. Ну как какой-то, игра онлайновая. Но я правда сам не в курсе. Нет, не играл. Вот. Так что, не знаю. Жека же у нас там на сайте это самое пишет периодически. Всякие руководства по это запуска по сети всякого. Вот, если кто не в курсе, streamcoop.ru. Там в разделе блогов можно найти интересного что-нибудь. Там нет такой статьи, купить в стиме игру. В стиме? Аскин? Я не знаю. Она, видимо, не очень легальная. Будет легально. Так, что? Я, кажется, очень сильно начал привлекать к себе внимание. Прямо здесь и прямо сейчас. Со светомузыкой. Дискотека. Да, да, вообще просто пиздец. Кто ставил гений? Я еще и не попадаю. Нет, не удивительно. А, я тоже не играл, мое дело написать. Ну да, в целом. Нет, там... Вот что самое интересное, она... Эта статья очень хорошо в поиске, в поисковиках ранжируется. Вот, собственно. Там все нормально. Ну, вообще разные руководства запуска вот этих не очень легальных игр, скажем так. Йо-хо-хо. Так а чё он там застрял? А, мне прямо нужно. Так он доехал или не доехал? Я что-то пока не очень... А, вот. Нужно дальше. Не очень хорошая музыка. Блять, вот это вот осётр пришел стопудово. По башке мне надавать. Хера себе, а чё он? О, все, пущай махается с этим, с демоном летающим. Так, а можно я... Можно мне уже уйти, уехать отсюда? Ты думаешь, ты в безопасности? Я вот вообще так не думаю. Ну хорошо, заставка хоть пошла.
пока я шел по прям бортам, вообще, блядь, посреди воды. Вот только что вот этот огромный осётр ушел под воду, причем в этой же самой локации. Этот спокойно поплыл. Нормально. По полной безопасности. Ощущение. Церковь. Пока я шел по болотам, меня должно было быть хорошо слышно. Ну, естественно, ясен хер вот с этими сиренами и вот со всеми прочими свистоперделками. Это вообще жуть, конечно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Ну, давай посмотрим. Так, а вдаль можно посмотреть как-то? Ой-ой-ой. Тут опять, кажется, родственник осетровых плавает. Так вообще далеко идти? Добраться до октября, встретиться с рейнджерами в церкви. По крыше ходит. Ушел. Так, есть. Кто по крыше ходил? Не знаю, кто-то. Что-то, точнее. Уарабей. Мне кажется. Ну, вряд ли у Варабея 4 ноги. Ну, мутант же, правильно. Так, мне куда-то сюда. Я так думаю. Прямо. Подожди, а что-то же стопудово можно залутать здесь. В стиралке. Например, сейф. Так, это какой уровень уже? Я не знаю. А, это какого? Болото? А сейчас церковь, получается. Он говорит, надо в церковь сходить. Помолиться, наверное. Артем, ты меня слышишь, говорит? А кто? Артема кто-то слышит? У него флешбеки опять? Или что? Не знаю. Я что прочитал. А Артем повторяй, говорит. А, это Анна. О, это этот какой. Это Анна, мы тебя ждем, говорит. Следуй в церковь. О, окей, сейчас придем в церковь. А зачем я свет включил? Видимо, чтобы что-то было видно. Наверное, в эту дырку, наверное. А, надо этот, как его, сменить, противогаз. Так, вообще, это какой у нас стрим третий, получается, по счетам? Да. Так. Кто-то меня ухватил за жопу, я что-то не особо понял, кто. Да, это Тентакль. Тентакль? Да. А он там бегает. Всякое. А в какую сторону-то? Налево. Так, надо промедол бахнуть. Подожди, я что-то заблудился. Отдай. Меня кто-то опять ухватил за зад. Он почему-то постоянно задыхается. Я не могу понять, почему. Или это там радиация просто. Все, а кто тут светит прожекторами? Я что-то не могу понять. А, это я включил, чтобы все освещалось, да? Не, ну, конечно, прикольно. Но теперь-то я здесь еще в большей небезопасности. Блядь, да хватит стрелять деньгами. Денежный стрим сегодня. Хватит тратить деньги на непробитие, блядь. Не зря ты патроны продал. Жуть! Подожди, мне нужно как-то забраться по всей видимости. Сюда или нет? Или да. Или не очень.
Так, го, раш. Раш по центру, короче, просто. Так, я вроде на правильном пути. За какую булку хватает, туда и иди. Может, это мутант гид. Вот, может быть. Тут опять этот... лютый осётр появился. Гид. Чё он хочет? Так, мне очень нужно куда-то спрятаться от него. Так, я, наверное, как-то наверх. Так, а можно я... блять, я хотел мимо какая пройти. Так, давайте там это самое туда-сюда со сетром поборитесь. Так, а мне не туда, оказывается. Не туда, прямо. Подожди, это церковь? Какая-то музыка страшная была. Ну я вроде... я вроде победил его. Просто не оглядываясь. Просто куда-нибудь, блядь. Подальше. Повыше. А тут еще бандиты, наверное, да, какие-нибудь? Или того хуже. Шафутинский. Что ему-то там делать? Да хрен его знает. Это самый, искать. Календарь. Потерял. Я не Рябин. Потерял. Тут, может быть, что-то залутать можно? Как ты думаешь? Вообще, да. Там фильтрых, говорит, был, наверное. Кто? Фильтрых. Вот он, тра-та-та-та-та. Я опять деньгами стреляю? Что ты будешь делать? Ой, там жопы трясёт. Вообще жизнь. Лазят тут всякие. А потом жопы трясут. Фильтр я подобрал тут какой-то один. И тут же его заюзал. Патроны надо еще. Короче, ладно, го. Нахер, подальше отсюда. Так, а мне на Лилиане, в смысле на Алиане? А, нет. Артём! Я, конечно... подожди, а где церковь? Ага, я, конечно, все понимаю, но открытое пространство, и что-то, мне кажется, сейчас мою первоклассную задницу-то пощупают. Это сейчас будет ось йотер. Сейчас... вот, да! Правильно стреляй, блядь, Херли. А что делать? Что делать-то? Его надо завалить, мне кажется, да? Давай, давай! Или что? Это поддержка с воздуха. Да. Нидбэк. Вызываю, блять, огонь на себя или как бы. Что нужно сделать? Где истребитель? Слушай, а из него уху можно сделать? Блять, куда? Сюда? А, какого хера? Они меня путают. Говорит, сюда, туда, блять. В какую сторону? Что вообще нужно делать? Сюда иди, туда иди. Сюда не ходи, блядь. Сюда не ходи. Давай, давай! Землю! Тебе, наверное, надо мины ставить. Куда? Мины. Минами? Так, а давай, подожди, а как ставить мины? По
не имею. Да зря, что ты весь грунт забирал. На какую кнопку? На первую пошел! Не знаю. Дядя, я не знаю. На какую кнопку ставите, Нина? Когда жми все подряд, на П это. Я выбрал вот ее. Кажется. Либо. А на какую кнопку его это? Я что-то не очень понимаю. Так, подожди, давай посмотрим настройки. Управление. Клавиатура. Доп. Оружие. С. На С, да? Получается. Попробуй. Это ножом. Во, твой выбор. О, я поставил мину. Да, сам. Так, а может ты все-таки взорвешься? А, с таким боссом дрался, вроде креветка. Это все-таки. Все, наконец-то! Еле отбились, говорит, ясен хер. Ничего себе, первый раз такого вижу. Так, у меня, кажется, у меня фильтры закончились. Да, у меня фильтры. Можно как-то побыстрее, пожалуйста? Блять, надо было подождать. Блять, он еще и помер. Полный финал. Ничего себе! Первый раз такого вижу! У меня фильтров нет! Давай, может, ты как-то бревно мне ткнешь уже? А, я последний уровень 3-4 не проходил. Пишет нам Женя. А что так? Не знаю. Чё-то... Рад видеть! Давай в цепь! Там безопасно. Так, нужно все, блять, наконец, на последних секундах уже просто. Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ха. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла это. А че они все одинаковые? Ты, надеюсь, простишь, забот сад. Смотри, нет у него ног. Я вниз сейчас. Это... А в стрепухе у него ноги появились почему-то. А, так вот ты о чем. М? Так вот ты о чем? Я думал, у Лёши не был. Не-не-не, у Артема. Дело в том, что она наконец перестала язвить. Так, что сделаем? А у Артема там и тела нет, только руки торчат. Да. Через ад! Почему-то я был рад видеть эту залюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. А когда такое было? Я что-то не помню, чтобы она все эти годы где-то была. Извини, что я раньше рядом с нами. Насколько я помню, сам Артем за черным побежал. Да, он это говорит. Мне нужна твоя одежда. Нога и креветка. Из-за меня ты чуть не погиб. И черный же без одежды. Да. Не, а у него тога, наверное, есть это. Как это? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. На Октябрьскую, говорит, поедем. Так, а противогаз-то можно уже снять? Или что? Или он... А, он его уже снял. Так, нужно найти кучу фильтров, потому что их нет просто. Голова, ноги, сиски где? Куда? Сиски? Сиски. Сиски были? В стрепухе. И минус монетизация 100 пудов на стриме на Ютубе. И на Яндексе. И на Яндексе. Так, выключаем свет. Надо экономить. Вот это вот все. Рукомойка. Так, а фильтры можно купить уже где-то? Потому что их нет. Вот совсем. И патрон нет. Подожди, а может на халяву можно затариться здесь же? Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. А, это торговец. Есть неплохие стволы. Торговец-оружейник.
Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Так, что там? Подожди, давай посмотрим, на что можно обменять коллаж. Сайга. Коллаж 2012. На момент начала войны был наиболее современным состоящим вооружением автоматов. Для высочайшим боевым качеством огонь очень ценится в метро. Давай обменяем. Берем. Между прочим, про нас знают. Да. Короче, прилетал кто-то из Москвы. Тюнинг. В таком старом, ну, спортивном. Прицел. Шуму наделал. Да, эту байку я слышу. ИК ПНВ. Очень надо. Глушак. Его побольше. Всего побольше, да. РПГ-7 не забудь примотать. Кого? РПГ-7. РПГ туда же, да, рядышком. Изолента синий. Ну. Так, тюнинг, а что можно сделать? Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было Четыре ствола можно сделать. Оу. Это Шекспир, понимаешь, устарел. Артем, четыре ствола, блядь. Эргономичная рукоять облегчает, снижая влияние отдачи на точность стрельбы. Пружинный приклад, созданный так-так, снижает отдачу выстрела, повышая тем самым точность стрельбы. А вот это вот надо, наверное, да? У тебя стоит вроде пружинный. Не. Что это? У меня хер узнает. Или он винтовой. Винтовой, как я не знаю, какой-то поставил, короче. Так, что там? Тюнинг. Так, ну то, а тут и так и КПНВ. X2, конечно, да, оптика очень нужна на револьвере. Тюнинг метро сделал из ножа базуку. Из ножа базуку? Кстати, да. Можно попробовать. Так, короче, нужны патроны. Так, гранаты, вот это вот все у меня есть. Мины мне нахер не нужны, блядь. Да и гранатами никогда не пользовался все эти годы. Может, ты не умел ими пользоваться. Да. На прошлом стриме научился и то забыл. Да у тебя уже и складывать некуда. Это точно. Патроны самодел, но качественный. Куда тебе стоит? Все, потратил все деньги на все патроны. Высший класс. Сам крутил. Бери. Сам крутил, говорит. Я тут до завтра буду, так что можно выключить свет? Ты в катакомбах бывал. Как там? Патрон крутится. Патрон крутится. Да. Золотые патроны мутятся. Да. 65 золотых под... Я расстрелял! До хрена. Мне бы фильтров еще, кстати говоря. Куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, найти бы. Где-нибудь. Это ты про большую мамку? Ну да, ничего, побегаешь. Про большую маму говорит какую-то. Вот этот. Мамка. Мартин Лоуренс, вот этот, с накладным. Ну, вот этим всем. А что там, дом большой, большой мамочки. Не встречали, но все равно будьте повнимательны. И вот это вот все. Что-то... Так, а можно уже как-то пойти дальше? Можно. Консервы. Это а есть сгущенка? Ух ты! Наши-то как быстро домчали. А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Это килька. Старый пароль. Голос знакомый. Караул в ружье. Стоп. Да это Лесницкий. Какой наш ружье? Противогаз дай. Лесницкий какой-то. Кто это? Что? Кто пришел? Дайте фильтров. Сейчас выйдешь и умрешь. Меня за жопу уже куда-то в рабство в анальное, похоже, забрали. Предатель. Это кто? Это Ульрих? В смысле, Ульман? Или нет? Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Это с собой. А, ну ее... Вот ее, наверное, скорее в рабство сейчас. Отведут куда-нибудь.
во всякое. Ага. Разное. Тушенку дайте и макароны. Так, вопрос остается все-таки. Где брать фильтры? Тело лежит. Ты думаешь, у него есть? Подожди, у тебя есть фильтр? У него нет фильтров. Подожди, а мне на улице... А, нет, подожди, тут завалили. А, похоже, мне сейчас... Тут вход метро, наверное, они прокопали. Как ну, древние укры Черное море, блядь. Что-то в этом духе, наверное. Так, а мне в какую сторону? А, ну тут один вход. Но свет я, пожалуй, выключу. Уходя, гасите свет. Красные какие-то пришли. А чё так? Забрали её с собой. Ушли. Тут в подвале вход. Ведут на Октябрьскую, они туда. А, во, короче, во, я ж говорю, они прокопали тут. Там надо Аню. Что надо? Что надо Аню? Это туда-сюда? Или что? А, ну правильно, у нас же еще с ней должен быть этот самый. Вот это вот всякое, да? По идее. Выключись свет. Сейчас что-нибудь залутаем. Или кого-нибудь. Что-то в ко... Херня. Понятно. Почему, блядь, ни у кого фильтров нет? Как они живут вообще? Уж тебя... Хватит за попу. За попу. Сейчас в темноте-то да. Могут. Поэтому и не дают ничего. Бидон есть. Бидон. Что мне с бидоном? Дышать в него? Алюминиевый. Сдать, да? Что это такое? Что за херня? Где? Ой, что это? Вот, я тоже не могу понять. Я сначала думал, у меня артефакты в глазах. Но электроника вся вышла из строя. Какая-то электромагнитная что-то. Это матрица того. Серьезно? А это я зажигаю? Я бог пламени! Серьезно? Ёпта! А что же? Я чуть подгузник не поменял. Блять, опять всякое. Чё, под этот звон? Церковный, конечно. Паучки и паутины. Канавы разные. Ебать. Циклопы! Что там происходит? Что-то происходит. А как мне? А, во, и все, это как он. Теперь можно, прошел. Ну, можно, я обратно не пойду, короче. Так, все. Поехали. Видимо, нужно было все факелы просто зажечь. И на этом все нормально. Тушенка, макароны. Я бы поменял тушенки и макароны на десяток фильтров. И два пармидола. А ты? Что? За что хорошее действие? Арахнды идут. Арахнды. Бараш. И вон до полки. Вставай, дробаш. Чуть-чуть ты эти. Вообще да. Из четырёх ствола. Из четырёх просто в лицо.
Артем 400. Нажимайте У. Я, по-моему, не на У нажимал. Я на Е нажимал. Класс. Так, дай зажгу. Всякое. Подожди, а я ж тут ходил уже. Чё за фигня? Почему тут не... А, не, горит. Факел. Давай еще раз пройти. Подожди, я тут что-то залутал. Мину. Мина. Да. Еще одну мину. Нормально, пускай будет. Не хнды, арахниды. Арахнды. Арахнды? Арахниды, они были уже, мне кажется, чуть раньше. Звездный десант. Да-да-да. Вот это вот точно звездный десант из этого, из этой капсулы, блин. Блин, там чувака же залутать можно. Ну ладно. А я чё его не заметил? Не знаю, ты пару раз там прошел. Ну вот я его что-то вообще не заметил, прям совсем. Мне дали фильтр был. Может быть, кстати. А почему фильтры покупать нельзя у этих торговцев? Так, фильтров 0. Класс. Отлично. Ой. И аптечка. У меня и промедол кончается. Да ты можешь прицелиться-то уже. Я опять не на У, не на Е, не на Ё нажимал. Но вроде. Вроде все получилось. Так, а мне в какую сторону? Туда. Ты можешь. А может две туда? Стороны только. А? Только в две стороны можешь. Нет, я только в одну сторону могу. Ну, прыгни вниз. Прыжок веры. И чего не бойся. Да. Так. Ты идешь в шахту. Уран добывать. Урановая шахта, да. Пауков пожгу чуть-чуть. На всякий случай. Так, а тут кто-то ходит. Мне кажется, это эти скорпионы. Или это креветка. Или это осётр. А, нет. А, осётр не нужен. Блять, он два раза выстрелил и все. И перезаряжать давай скорее. Почему моргает все? Так, давай залутаем всякого. Тут вроде все, да? Ничего не можно. С этого тоже ничего не возьмешь. Так, свет выключить. Блять, кто-то большой, по всей видимости. Ползает где-то наверху. По всей видимости, кто-то очень страшный. Крысы-мутанты ниндзя. Кто ниндзя? Крысы-мутанты... А, тут сплинтер где-то по-любому должен быть. Мне кажется. Бля, нихуя себе. А, это они прыгают. Так, а можно я подожду пока? Так, а можно как-то... Нет, тут, видимо, как-то не можно. Так, о, хорошее действие дали за то, что я просто подождал. Так, а мне надо налево. А я пошел направо, блядь. Давай посмотрим, может, что-то залутать можно здесь. О, а тут опять эти
артефакты в глазах. Это как бы не очень хорошо. Что-то я нашел здесь. Ты нашел самолет. Три штуки. Ковер. А где? Можно. Подожди, где-то... А, вон. Аптечку я нашел. Так, молимся, что ли, или что? Тут свечку, наверное, надо найти, поставить. Кто-то что-то шепчет ему на ухо. Свечку. Свечку. Зажги. Поставь. Купи. Купи, да. Тут нету больше. Так, а я пришел отсюда. Так, да. Тут точно нету, не лежит нигде ничего. 8 патронов. За то, что я зажег свечу. Ну, ладно. Удал. А можно, можно еще? О, промедольчик. Вот какой подгон-то. Подгоны, бонусы. Да. Давай всю пещеру сожгем. Я нашел. О! Я фильтр один нашел. Ура! На одну минуту. Ну хоть так, я, может быть, хоть так куда-то добежать смогу. Без свечек, батюшки, на УМРС нужен. Да. Намаз. Так, а зачем я обратно пошел, блядь? Все, вышел я. Так, подожди, а мне... А, мне туда. То сюда. Так, а здесь-то я чё? А, ну так я... Блядь, я в обход обошел. Просто в задницу. Нормально. Он такого точно не ожидал. Он-то точно, да, не ожидал. Вот этого вот всего. Вот это меня сожрать только что хотел. Но, как бы хер. Но он вроде кого-то утащил все-таки. Или нет? Или у тебя там, может, ноги нет? У него двух ног нет. Ну вот. Залутал. Две ноги. Кусочек темы. На. Пожрать. На ужин. Вот это вот вообще не круто. Ладно. Я слышу звуки. Страшно. Страшные звуки. Тут обороняться легче. Нормально ты засел. А? Нормально, говорю, засел. Ну да. Подождем. Кто-то кого-то жрет. Бачком так и пришел. О, я, кажется, игра сломалась. На этом. Почему? Ну, потому что они обойти эту доску сраную не могут. Это не бака фича. Да. Так, а чё, а можно... Удерживайте... Чтобы использовать объёбты.
Так, а сколько времени? Между тем уже 12 часов. Чтобы вы понимали, мне завтра УЗИ ехать делать. Но нам нужно пройти до главы ребенка. Потому что решили мы на 2 стрима это все. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Да. Именно так. Блин, а это откуда-то было, да? Я вот не помню откуда, но где-то это было. С каких пор я за Дрободаном стал ходить? Это я тебе сказал. Ну? Да. Так, а в какую сторону падать? Правильно. Попробуй вверх. Вверх падать. Кстати, да. Так, не туда. Вроде бы. Ой. Ой. Блять, не видно ни пизды, блять, вообще. Где этот сволочь? Чё там творится? Куда творится? Я вот пока тоже не понимаю, где я еще? Еще же где-то был. Лучами какие-то стреляет. Любви! Вы не понимаете. Это другое. Посылает лучи счастья и вот этого вот всего. Так, что-то залутаем. Так, выключить лампа. Так, а мне куда? Так, мне направо. Так, а глупо смотрим. Я что-то нашел? А. Было совершено какое-то хорошее действие. Непонятно почему, правда. Ну ладно. Там скелету было бы неудобно лежать. Да, ну затек, наверное, просто. Ну, так, ну-ка сними противогаз. Там и так один фильтр. Зажжем эту часть метро. Раскачаем. Мы метро. Он меня на стену загнал. Блять. Надо было минус ставить. На голову ему, да? Да. И самому наступить. Классика. Суицидальный Павел. Суицидальный. Артем. Мастер суицида. Блять, хоть бы еще фильтр один подкинули. Сволочи. А где колесо фортуны вот это вот? Как крутить-то? А, вот. Средневековые технологии прям. Так, а чё, поедем куда, нет? А, это труп. У меня патроны между делом кончаются так-то уже. У тебя ещё калаш есть? Калаш, но я, мне кажется, его прям вообще очень быстро расстреляю.
Пока что полный. Пока что полный он. Пока что да. Этот у меня закончился. Драбадан. Зачем я прицел начал включать? Подожди, может что-то где-то тыкнуть надо? Что за фигня? Можешь ждать. Так, все. Их как. Их кто-то позвал. Это, видимо, огромный тот хер, да? Усётр? Усётр. Так, ну а чё? Подожди. Чё за фигня? А, всё. Я думаю, чё за хер? Поехали вверх. У меня ещё револьвер чуть-чуть с патронами. На самом деле он полный. А вот калаш очень быстро кончается, этот автомат. Кажется, надо было на этот, на РПК махать. Так, а чё, приехали? Типа да, но... если это поверхность, то... очень плохо, потому что фильтр один. А вот. Мама позвала кушать. А? Мама говорит, позвала кушать этих. А, да-да-да, кстати, как вариант. Фонарь, блядь, на лбу включаешь. Суп готов. Это как этот... это осётр. Давай-ка вниз. Вообще не круто. В задницу. Минус так минус. Да. Че? Да тут Стас расскажешь все там. В рюкзаке за ним. Ой, он убежал. Он, по-моему, сам самовыпилился. Или нет? Хер его знает, но он мне путь проделал. И это хорошо. Кстати, он, я о чем говорил-то, этот мем, да? Когда это самое. Сидишь, играешь в контру, а тебя мама позвала кушать, ты такой. Пацаны, а курить, да? Ты, где ты это видел, блядь? Это у мему лет. Миллион. Так, а что еще-то у него можно залутать, что, нет? Патроны. Так, а я сверху пришел уже, да? Куда? Да. Так зачем я мину поставил и куда я ее поставил? А сам на ней не можешь взорваться. И это хорошо. Чего жаль? А кто тут факел уже зажег? Не знаю. Можно назад? Админ на тебя вообще никак не действует. Видимо, нет. Так, ну я его завалил. С горем пополам. Чё мне показывает наверх? Ой,
Ой-ой-ой, что-то мне прямо совсем это не нравится. Унесло. О, да все. Подожди, а может мне плыть надо? Или он сам? Тяга выкинула, давление. Что? Я только что увидел, блядь. Сейчас эпилепсия начнется, наверное. От таких этих выкрутасов. Там находится. Ой, я там пару раз астютеры видел. Дохло? Не знаю. Живого? Лесницкого. Так, короче, сквозь огонь. Все дороги ведут в Рим, на Октябрьскую, в смысле. Там находится... Черный, теперь там Аня, в руках моих врагов, в руках предателя Лесницкого. У меня фильтров нет, чтобы ходить там. А, я под землей, отлично. Так, что можно залутать? По всей видимости, ничего. Так, а давай перекур все-таки, да? Давай. Потому что уже надо. Так, короче, курим 3 минутки и потом продолжим. Я так думаю. Так, перекур, где ты? Перекур. Игра, развернись. Так вот, пускай будет, да. Перекур.
За статьей мучаюсь для игр сетевых. Создал два редактировать можно, удалить нельзя. Паша, я хилил. Скажи ему, чтобы доступ дал. Че он? Я забыл, как ссылку добавлять. Как-то... И я не помню. Что-то его там залило, по-моему. По-моему, сам водой стал. Растворился. Ссылку добави... А, ну ты там, если что, мне скинь, я там завтра сделаю, починю все. Чтобы все работало. Так. Перекур. Уберись. И... Погнали. Зачем ты противогаз опять одел? Так, надо... Нет, труднее было. Что было? Труднее. Труднее дышать? Ходить. Залутал что-то. А тут ничего нельзя больше лутануть. Видимо, нет. Ой-ой-ой. Корол вируса. Кто-то кашляет. Одевай противогаз. Маску хотя бы. Ага, сейчас нам просаю одни, завтра сменишь на другие. О. Если заразиться, ей хана, а дохла ей грош цена. И что с ней делать? Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Куда он ползет? А, понятно. А кто тут в шахте был? Почему тут кровище?
Коммунисты называется. Молочи! Коммунисты. Мы злые. Приказ руководства Красной линии не допустить распространения эпидемии. А вы все заражены. Конечно. Вот-вот. И уж эпидемия всякая. Мы как раз спасаем простых людей и всего остального метро. Ну что? Как? У нас же даже температуры! Даже температура! Та-та-та-та-та-та. Ра-та-та-та-та. Ёлки-палки, ты чего, в упор уже попасть не можешь? Притомился? Зачем патроны экономить? Сам подохнет. Какой сам подохнет? Сейчас Летёха придёт, он тебя рядом с ними положит. Давай, кончай его. Ладно, поползли дальше. А их спасти можно было? Черт, сапог изговорил. Или нет? Вот же не везет. Да что уж теперь? Вообще, да, кажется. Кажется, можно было. Да не. Тогда пошли, что ли? Да, можно было. Их же нельзя убивать. А так, может, и без нас справиться. Как бы. Как бы. Ну давай, раз такое так дело. Да. Мне тут еще обмозговать хотелось. Как подожди, а где лампа? Я что-то не могу понять. На эпидемию, на это. Ведь как оно получается? Пока узнали, пока проверили, пока... Нашел. Так, что, залутать тут можно? Кого-нибудь? Это неделя, как ни крути. Ну и что? А вот что. Мы же на второй день уже здесь были. Они же помирать еще не начали. А может, с другой стороны, может, у них что есть? Вот оно как. Слушай, ты это, вот что. Эти свои догадки лучше при себе держи. Кто там, что там? Наша брат-хата с край. Понимаешь? Да уж, понимаю. Не, все-таки хорошее действие есть. Лазерный прицел никто не видит, да? Залутал. Не видит. Блять, такой на картонах подошел к нему. Я жду, противогаз стоит там две дырки. Обзор ограничивает. Да, да, да. Жуть. А если они очнутся? И пойдут за мной. Сзади. О, лутанул 4 анальных шарика. Разговорчики рядовой. На разгрузке не хватает людей, так что бегом за этими двумя. И чтоб через... Ой-ой-ой, а чё их так много-то тут? Красных коммунистов, кровавых ГБшников. Тут похоже, пока ничего не залутаешь. Их тоже в метро Колымань. Так, надо, вот надо его залутать. Чтобы можно было через все метро пройти и там расстрелять. Хорош курить уже. Расстрельная команда. Че он там? Смотрит, куда-то. Так, надо ждать, пока он это самое пойдет вперед, по всей видимости. Хотя он там по ящикам, в принципе. Надоело, страх. О, отворачивается.
А что он в стене там нашел, блядь? Поссать? Интересно, да. Может там павуки? Павук! Какая интересная стена. Ой. Да в смысле? Бойцов теряем! У нас потери! Полуповоз по чужикам. Чужим мужикам. Чё-то радио не ловит. Маяк. Так, а чё тут? Да, да, отключили маяк, поэтому не ловит. Какой год в игре? 33-й, по-моему. Ой, ещё ты тысячу лет... А, нет, 33? А, понял. 33. Ой! 20 лет назад вырубил маяк. Блять, я опять начал деньгами сорить. Ну чё ж ты так? Он зато как загорелся. О, фильтры. По чужикам, по дискрипции. Да, я завтра сделаю сам, допишу там все как надо. Ну и картинку 400 на 500 сделай. Не помню, какой формат назван для обложки. Я переделаю, да. Зачем я свет тушу? Если меня уже все равно заметили. Это ж работа такая, свет тушить. Да, лампочки и, пиздить. И факелы поджигать. Так, а мне наверх, наверное. Так, на этом все, кажется, закончилось. Залутать-то можно, чё? А, ножи. Вместо гриля? Кого? Что там на бутылке написано? Не знаю. Что-то было. Так что я ищу? Не знаю. Ты все уже потрогал. Все пощупал всех заляжку. Блин, ну хоть фильтров. Недаром, мне кажется, тут фильтров кучу набросали. Наверное, скоро на поверхность опять. Эвакуация. Эвакуация, наверное. На ветролете. Подожди, а босс ветролет был уже? Да, мне кажется, он вообще твой кореш уже. Да, все время тебе помогает. Ну да. А чё сейф пустой? Фильтры.
Сколько? У меня на 10 минут уже фильтров, отлично. Ушанг. Нельзя забрать Лиля. Так, а что тут? По-моему, все уже, да? Ничего не лутается. Все, что можно было. А, вот, фильтр. Вот зачем фильтры. Это что, газовая камера? Газовая камера. А он на меня идет. Вот красных там с нацистов чисто списали. С нацистов? Ну да. Так, почти заметили. Тут как-то все наоборот, да. Кровавый KGB. У автора. Видишь? Типа коммунисты это плохо, а и самая идеальная станция там как раз таки. Коммунизм. По описанию. Да. Что тут? О, так, мне вниз. Капитан ржавел. Зацепило. При попытке что-то. Там борщ что-то в тарелке. А вот, так можно и не вниз идти. Теперь задача. Решим. Обработать второй сектор станции. Выполняйте. Капитан не есть. Думаю, вы понимаете, что придет. Можно ж, наверное, верхом пройти просто. Пока не свалишься. Да-да-да. Ой. Внимание! Зажигательное! Спать-то охота как. Радость. Так, какое-то хорошее действие. Внезапно. Тебе идет. Выкрутил лампочку. Ломай дальше. Не выходит, товарищ майор. Алкаши ел. Еще давай. Так, забрал заметку. На! Так, а как? Еще давай. А куда? Не знаю. Да тут такое дело. Здесь-то мы все пожжем. Но те-то ушли. Да куда они денутся? Вот на Ганзу и денутся. Мы тут никак не пробьемся. Так, на гитаре поиграй. Да, и не, никто не услышал. Вообще, просто. Наше дело маленькое. Телефон. Это точно. Так, а мне вниз по-любому. Прыгни на голову. Как этот. Вон там. Так, мне показывает туда. В огонь? В огонь. Товарищ Лесницкий, спецоперация проходит по плану и будет завершена в течение часа. Ну что ж, эксперимент прошел успешно. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Так точно. А что за девку повели? Так, я вроде на правильном пути. Зачем они подожгли метро? Знаем мы эти переговоры. Тут эпидемия какая-то. Коронавирусная. Дышать они чем будут? А вот это вот не знаю. Там тяга, наверное, какая-то должна быть. Так, это наверх пошел. Блять, долго он будет там стоять?
объясни мне. Сейчас объясню. Не надо так. Черт! Тут живой один! Один хер, жги его! Жги его, говорю! Побольше, чтобы дотла! Ужас какой! Тут я уже, по-моему, сам? Разве это самое? Тяжелый какой. Ой. Осторожней, осторожней, не запрыгайся. Так, а мне в ту сторону, да? Да. Эй! Что за... Готов! Что? Внимание, отойди, ребята! Кто за... Да, да... К бою! У нас гость! Твою дивизию! Откуда? Да хрен его знает. Осторожно. Я спалился. Видишь его? Как обычно. Я слышал. А? Я слышал. Блядь, там уже сзади кто-то был. Ладно, похер. Так. Не направо. Сквозь горизонт. О! Опасно. Так, а что-то залутать тут можно, наверное, нет? По всей видимости. О, да. Кто-то буянит. Почему от трупа отлетают деревяшки? Всех убил. Всех убили, двое насмерть. Бля, я опять деньгами начал стрелять. Чё за фигня? А, блядь, это сзади. Как он вообще попал сюда? Сон через текстурки туда улетел. Может быть. Я ничему не удивлюсь. С этого стима, блин. Залутаем всех. Так, а... Сани, значит, пришел. Герой. А чё не убил-то его? Я ж ему в бубен попал. Зачем ты это сделал? Скорей! Блин. Надо успеть! Да кольцевой! Там Ганза! И наш! Ганза, как-как! И наш! Нахрена он еще в противогазе? Она вообще без противогаза, этот в дырявом противогазе. Дайте пару этих самосвалов, в смысле противогазов. Че, померла? А как же это, кекс?
Подожди, ей же еще надо заделать вот этого личинуса и всего прочего. Встраиваясь в картину, кошмарную и невероятную. Что за фигня? Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красная заразили Октябрьскую. Красные заразили Октябрьскую, ее начинали... И сами же сожгли, сами заразили, сами починили. Класс. А потом их ликвидаторы вошли туда под предлогом спасения станции от эпидемии и методично уничтожили всех, до кого сумели добраться. Женщин, детей, стариков. Якобы для того, чтобы избежать распространения инфекции. И если все это правда, то и я, и Аня могли заразиться. Нас спасли, но мы не знаем, все-таки спасли их. Или нет. Но хер его знает, подцепили они корову или нет. У меня такое предчувствие. А, вот сейчас будет. Скоро все кончится. Короче, мне там в два раза или три плюс 18, 18 плюс должны наложить ограничения. Будут. А, у нее физика сисок и присутствует тоже. Они тут, все модели баб одинаковые. Вокруг нет ничего. Портовые шлюхи, в смысле, видите, как они, старые проститутки, в смысле, бабы все в метро, вот. Копипаст, бля. И ничего не останется. Какие в мафии второй? Почувствовать. Они, не, о, смотри, сиск вывалился. Почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Прикоснись, говорит. К сиску. Как колыхается. Вот это вот все. Она уснула, нет? Делай, что должен. Да. А я посплю. А я... Ты там занимайся. А я подремлю. Ну что ж, никаких симптомов. Это ему приснилось? Или что? Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артём, можете идти. А вот с вашим, Аня, ранением. Мы еще не закончили. О, наманули. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Че, она тут всем свой сосок показывает, блядь? Ну что же вы? Идите, идите. Иди, Артём. Как только меня починят, я сразу тебя найду. Даже соскучиться не успеешь. Ну, пойдем. Банан Фитума. Как, чё? Да. Бан. Там уже точно монетизация на видосе будет отключена уже стопудов. Вот. Самое главное, чтобы в Яндексе тоже все было нормально. Там стрим, по-моему, до сих пор идет все эти годы. Семецкий это, Юрка. Вот так-так. А говорил, мол, не дождетесь. Да, там нам там прикрутили вот это вот всякое онлайновое. Прямое трансляционное. Не хочу я тут. Дайте мне противогаз. Что такое? Что теперь делать? Мой сломался. Палаты здоровым нельзя. Идите через лабораторию. Петушитель там стоял. Значит, про перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Да-да, это я знаю. Очень хорошо. Дальше измерение температуры каждый час. Проба крови каждые 3 часа. Может, какое-нибудь хорошее действие дадут? Там биохазард. Биологическая хазард. Биологика хазард. С благоприятным прогнозом пока всего два. Мы обязаны изучить их как можно подробнее. Да, все понимаю. Отлично. Эпично. Ничего не дали. Так. Сказали же им все вещи сдать. А вон, барахла сколько. Да что уж теперь. Им-то это ничего. Музыка, что ли? А нам паковать. Это да. И чего их паковать, вещи? Сжечь с трупами, и дело с концом. Говорят, он пускай играет. Источника инфекции. Хотя установишь тут, ага. Повеселее, может, хоть будет им. Не задерживайтесь, карантин все-таки. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Что? Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но культивировать его нет смысла. Оккультисты, говорит, какие-то. Обратно. А назад-то уже не можно, я хотел... А, там все равно не пройдешь. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первый...
попахивает полковничий. На 3.25. Сегодня новых зараженных лишь двое. Его заражение. И у них болезнь протекает в легкой форме. О, курва. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, кстати, вопрос к знатокам. Я знаю, у нас в чатах специалисты разного рода присутствуют. Что делает курвиметр? Меряет курв, их количество или качество? Я не знаю. Вызывать максимальную смертность населения. Как выйти-то, блядь? Откуда же он взялся? Еще до войны я слышал о разработках нового поколения бактериологического оружия. Именно на основе этого возбудителя. Видимо, их до конца надо слушать. Сейчас, через столько лет. Да, дела. Оружие. На всякий случай дам указание опросить сталкеров. Вдруг кто-то из них что-то притащил из прошлого. Притащили. Вирус. Мифашистин приехать захватить ваш станции. Да. Привезти вам колбаски. Свой немецкий сосиска. Так, надо заметку взяться. Что, у них компудахтеры с интернетом тут работают? И телефоны всякие. Классный апокалипсис, слушай. По-моему, они там Пентагон взломывают. Да, да. Подожди, а на чем ты сидишь? Блять, смотри. Он левитирует просто. Класс. Игра, блять. Охеренно. Так, ладно, гу вперед. Я, да. Дангер, стоп. Зачем по-английски писать? Тут дохера американцев? Просто апокалиптическом московском метро, блин. Ну что, шпион не забудется. Может, это так мир действует, что люди сидят на воздухе. Там кого, там куда-то кого-то стрелять начали. Бурлит. Какие-то сирены. Проходите, проходите, здесь нельзя. О, грибы. Плантация. Артём, я здесь. Здоров. Рад, очень рад, Артём, что вы сами. А, это этот, Казахстан, в смысле Кхан. Или как его, блядь? Возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Тут должен быть этот... Идем. Вин Дизель. Где-то рядом. Обязательно. Там инсулин, она же не выживет без него. Купите еще, нельзя туда. Если все там осталось. Биозаражение, да. Ну пропустите. Так, а можно патрон залутать? Убежище. Нельзя. Да нельзя, говорит, блядь. Сука. Блядь, ну ладно. Компудахтеры стоят у них всякие. Защитить станцию ганзейцы сами не смогли. Я хочу что-нибудь полутать. Возможно, это хоть как-то облегчит их участь. Документы. Какие? Мне тоже надо компудахтер. Какие? Компудахтер залутать. Нас не пускают, все в сумке было. Так, ну пошли, чё встал? Оружейчная. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Тук-тук такой. Кто там? Кто там? 100 грамм. Это я. Артём. 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 Так что пополни боеприпасы и запас фильтра. Пришёл искать вашего черного. Че они вообще в бой пошли? И что до нас, что до беженцев этих, дела никакого. И я не пойму, в чем их интерес. Ни контракта с ними не заключал никто. Даже на словах не обещали ничего. На что они рассчитывают-то? Да не на.
на что. Работа у них такая. Чего они тут? Рейнджеры Полиса с самого начала занимались такими вещами. Какими такими? С красными воевали. Что-то я не слышал. Да нет же, эпидемия там если, или мутанты какие-то. Эпидемия. Полис сразу их и высылает, спартанцев этих. По-моему, а сериал такой был. А сейчас пришли или с эпидемией разбираться. Не знаю. А тут уже мы карантин устроили, красный источник выжгли. Вот они нам и помогли, чтоб тебе не увлекались слишком. Но атаковать они их, конечно, не будут. На микрофоне эхо выключено. Для них эта эпидемия не что? Эхо выключено на микрофоне. У кого? У меня. Зачем? Не знаю. Выкрути обратно. А могу вот так. А так оно это... Понятно теперь. Бля, нахрена? Крутилка эхо. Воины не сами не лезут, а купоны с ним стригут. Умно, умно. Зачем я вообще это слушаю? Стою. А, он еще гитарку взял. Да я уже поиграл на ней, успокойся. Я уже ее расстроил. Да. Че он там на каком 11-м, на 12-м ладу, блядь, этот баре берет? Заходи еще, Рейджер. Заходи. Подходи. Так, Рейджер, нужно заходи. Купить. Есть отличные образцы. А, нужно продать анальные подходи, шарики. Подходи. Такого и у вас. Сборные шарики. Недорого. Выгодная покупка. Да не стесняйся, подходи. Покупай, покупай. Как для тебя, я еще и скидку сделаю. Так, и нужно купить всякого. Места у тебя мало. Лучшая картечь делается в гаре. Так, а что у них, может, какие-то стволы да, есть? Так, зачем мне тюнинг? Можно РПК взять. Вырубай и курить, и спать. Драно еще. Мы... Там у нас еще одну или две главы ну, надо пока. Пройти. Еще, фильтры. Есть ножи метательные, недорого. Потому что на два стрима. Обрати внимание, Артём, какие средства Ган забросила на организацию карантина. А ведь деньги они считать умеют. Видно, хотят добыть лишний козырь. Вот, надо до 19-й дойти сегодня. До Ребенка. Ребенка. Удачи в тоннелях, Рейнджер! Удачи в тоннелях! Подожди, а куда вы? Зачем вы, блядь? Река судьбы! Да, по-моему, после этого как раз Ребенок. Случившееся могло бы изменить наши жизни. Кажется. Для нас существует лишь а ребенок чей? Настоящее. Его? А откуда? Так он это... ему приснилось же, то, что он с этой с Анной туда-сюда. Сообщить отцу о том, что творят Корбут с Москвиным. Все остальное непозволительно сейчас роскошь. Сейчас посмотрим. Там это... пару дней прошло. Это у него метаболизм. Артемичный. Так, вот, да, река судьбы. Короче, вот это последняя глава на сегодня. Вот, как раз потом будет ребенок, и будем завершаться. Так. У нас на выход! Открывай! В полюсе. Блять, у меня противогаз же! Соберутся лидеры Ганжи, Красная линия, Рика. Весь сломанный. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Все бесполезно. Скотчем залепи. Да вот надо бы. Чудо. Можно выключить, пожалуйста. Проходите. Так, двигаясь по тоннелю, поезд. Так, а мне сюда? Уже не догоним. Но есть один вариант. Давай наверху посмотрим, может, что есть тут. Мы покидаем станцию. Вот пропуск. А на замену там ничего и нет. В полис идете? Пропуск. Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Ну, там же тупик. И опасно там. Рохля. Тупик? Нет, это путь. Открывай. Путь к судьбе. Нам пора. Открывай.
туда. Идем, Артем. Аккуратнее там с генераторами. Идем, Артем. Подожди, а можно перфоратор какой-нибудь? Что-нибудь такое? Зачем тебе перфоратор? Делать дырки в задницах лишние. Никакой это не тупик, Артем. Просто случайный человек моментально заблудится в этих тоннелях. А еще больше ну, как, какой-то этот философ подземельный местный. Мы здесь не случайно. Нас ведет судьба. Судьба. Ребенок судьбы. Или как его там? Небо противогаз? С вашего позволения где-нибудь. Тут. А что тут так дует? Все думают, что метро. Это просто туннели, станции. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Есть метро особое место. Сейчас он выключит, и никакой тяги не будет. Сейчас. Все подохнут. Да. Потому что оно может переломить судьбу. Так, а что у него? Смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Нет противогаза, говорит мне. Так подожди, я же снял свой дырявый. Идите обратно. Может, включишь обратно-то, нет? Сам завертелся. Ну. Зачем ты лампу вырубаешь? Да пускай, надо экономить. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Что он изменить хочет? Прошлое? Помни, главное найти черного. Это а ты не пойдешь? Что надо просить у реки. Говорит, помни, надо найти. Метро – живое существо. Нафиг с тобой. Обладающее душой и мыслью. Да хер его знает. Кому это ничего хорошего не принесло. Значит, да. Как бы со мной ходить такая себе затея. Можно вниз пойти. А я заметку нашел. Заметки мы будем читать в следующий стрим. Перед концом света. Или светы. Си-Джей. Да, кстати, Си-Джей он скоро найдет, и мы все скоро Си-Джей найдем. Буквально, наверное, на следующий стрим. А может быть, через стрим надо будет Сан Андреас начинать. Наконец-таки. Добрался я до него, блядь. Так, что он сказал? Не знаю. Я ему это на лицо почти сел. Вовремя отошел. Так, а можно как-то быстрее уже идти? Ой. Главный кротокрыс. Нет. Так, стой. Все. Теперь я здесь главный кротокрыс. Фуха, он что, страшный написал на немецком. Так, надо дробода. Так, этот, Казахстан, да, блять. Давай, уже. Дерись! Как мужчина. На пенисе. На пенисах пиццы будем. Пармидол. Че, сука, че он катается, блять? Взял, покатился. Зверье и пустота. Пойдем дальше. А зачем?
Зачем я сюда пошел? Видимо, зачем-то. Так, кости, череп. Что-то нехорошее там. А я понял, это песня. Какая? А, в это, в Твиче? Да. Швейдей, полисмен, фир, гренадир. А, это... Хо-хо, Хундай, Бош. Хош. Звей Дрейайн, полисмен, физгрин-грин. Бля, не помню мотив, что там. Что-то там такое веселое было, да, задорное. Название песни, послушайте. Хэндэхох? Хэндэхох. Это вот эти вот? О-хо-хо-хо-хо. Хэ! Что-то такое там, да, было? Так, это же... Не. Нет, не. Это ж Москва. А, это там... Москва? О-хо-хо-хо-хо. Я думал, это про Хэндэхох там. Я думал, это оно. Жги паутину дальше. Жень, думаю, что там Рамштайн пишет. Дуплас. Так, жги напалмом! Люблю запах напалма. Смотри, по вода. Ночам. Мы почти пришли. Он в лужу. Он, кажется, сломался. Опни его. Да. Это жопа. Бля. По-моему, игра сломалась вообще. Так, опять тут эти всякое в глазах у него. О, это мне. Я подойду. Пацаны, спокойно. Я возьму. Алло. Хочешь нас сесть, мудил? Сынок. Артем. О, блядь. Тут нельзя долго оставаться. Сука. Напугал, блядь. Скотина. Это, ку-ку по нему поехал. Да, я думал, сейчас это, как его, из трубки, знаешь, как в какой, во второй части или в первой, как кошмар на улице Виазов. Этот, язык такой из трубы. А, Хэндэхох. Нет, мы не можем включить, потому что YouTube. Это самое. Авторские. За авторские права прилетит. Там, конечно, так минус монетизации уже, бля. Но все равно, видео могут вообще забочить. Потому что. Или того хуже. Этот самый стрим может завершиться прямо сейчас там, если какая-то музыка будет. Ой. Меня сфоткали. Меня засосало. Опасно это. Да что такое? Что, блядь, произошло? Что за херня? Так, это Артем? Узнаешь? Это башня. А там внизу городище черных. Я нихера не понимаю, что происходит. Смотри, это сложно что-то сказать. У него какой-то бэттрип просто начинается. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу. А как? Своими руками. Переломи свою судьбу своими руками. А как? Зачем он жопер сделал? Их дом. За жопу пощупал. Все, что от него осталось.
А чё тут, а? Бля, чё у него в натуре какие-то приходы грибные? Гляди, они там живут в этом своем метро, да? Жрут грибы, а потом всякие приходы вот такие ловят. Прикольно. Быстрее! Когда следующий стрим будет? А, в среду. Послезавтра, да, получается. В среду. По идее. Но тоже вечером поздно. Только бы его не потерять. А тебя не закроют больница? В среду нет. Максимум в следующий понедельник меня могут закрыть. Ну, точнее, мне в пятницу выпишут повестку. Это здесь может ты быть. Его почти догнал. Вот. Попробуй еще раз, Артём. Ну, там в среду мне вообще скажут, что там по анализам. Черный! Как. Он все еще в цирке уродов. На поезде. Нам сзади пишут. Да это все радиация. Да нет, это грибы. Смотри! За ним, скорей! От радиации прихода. Впереди! Я, по-моему, гореть начал. Да вы там, блин, в тоннеле валяетесь, приход ловите. Да, просто этим. Слюни пускают. Лишат, блядь. Почти на край. За ним! За ним! Ой! Нет! Я ему опять помню. Спасибо за стрим, Паша и Макс. Отличное завершение, а я пойду отдохну. Давай, Жека. Давай, Жек, да. Отдыхай. Заходи на следующий метро. Или со Сан-Андреас, я не знаю, что там в среду будет. Вот. Ну, ориентировочно, да, в эту среду, короче. Вечером, часов в 10. Вот. А чтобы быть в курсе, можно подписаться в Телеграм, например, на Ютуб, ВКонтакте. Группа присылает уведомления. Вот. Ссылки под плеером. Да. Вы попали в радиационной воде, вот и приходы. Наглотался всякого. Чего, какая сущность? Опять горит. Кажется, мы снова в обычном мире. Трубы горят, говорит. Черный был совсем рядом. Ну это, конечно, все хорошо. Какой рядом, вы, блин, в воде лежали. Да. Наглотался, блин, в натуре всякого. Диверсионный отряд красных. Подожди, а мы к кому пришли? Не к красным? Я думал, к черным. Блять, опять стелс. К черным? Хану точно кирдык после этой водички. Да. Так, снайперка мне не нужна, я думаю. Ему и так кирдык, потому что он с Артемом пошел. Да. Потому что это гиблое дело, просто. Нифига, 11 анальных шариков. 11 анальных шариков? Да. Помни, что я рассказал тебе про черного. Веришь в чудо, говорит. И может он. И там мушкет, говорит, возьми. А зачем? Не знаю. Оно и так, как бы. Я не верил ему. Нормально. В такой поезд в будущее. Я не верил ему в такой нельзя поверить. А ну он сам говорит. Подожди, по идее же ребенок должен быть следующий глава. Или это подглава? Вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. На звезду приехали. Тут, видимо, местный босс, наверное, должен быть. Назвал его последним ангелом. Последний ангел. Говорит, дикий ангел. Гамгунис представляет Наталью Орейро вроде Артема. Я это чувствую. Ты слышишь? Чего слышишь? Подожди, как откуда поезд-то, блядь? В натуре бэттрип какой-то. Отпусти меня в воду. Куда? Вода светает. Вот. Вот это форсаж. Я же говорю, тут где-то дизель в любом. Форсаж 33. 33. 2033.
смысле, чё, кого не дадим? Кому, самое главное, кому не дадим? У них гонки. Ой, я что-то там подзорвал, по всей видимости. Видел светофар? Светофар. Там текстурка дыма была замороженная. Я опять деньгами стреляю. Хватит тратить деньги. Что он хочет от меня? Давай, гоу! Давай, паркур! Фак еще показал ему, блин. Нига. В хорошем случае после этого диска танк трансформируется в каштана. В каштана? Ой, блядь. Трансформейшн, тут какое-то заклинание должно быть из Хогвартса, по всей видимости. Затем я каштан? Каштан. Хан каштан, да. Каштанка! К ноге! Блять, куда я стреляю? Самое главное, зачем и почему? Куда у меня патроны вечно деваются? Меня этот вопрос волнует. Да, вечно деваются патроны. Залутать. А смотри, а чё лампы не ломаются здесь? Смотри, откуда, точнее, куда этот патрон девается? Да, именно так. Есть кто еще? Не, ну икшон, конечно, знатный. Тут ничего не сказать. Опять кто-то стреляет. А, хватит тратить деньги. Но не пробило. Не пробить я. Блять. Что-то опять левитирует. Стим! Какой же ты классный, блять. Я подобрал, а оно все равно висит. А, ну я другой подобрал. Ну все равно. Они это учились у лучших, у Рокстара. Да. Я надеюсь, они в ремастере все баги завели. Абсолютно все. Даже которых не было. Ну еще давай. Ой-ой-ой! Что-то это... Разгерметизация! Произошла почему-то. А, ой, этот... Черный. О, братан. Брат, братан, братишка. Я ж говорю, он голый. Спрятался, смотри. Улучшился. А, ну это из детства у него, похоже, эти воспоминания детские. Мама. Мама. Мама.
Артём. Артём. Мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся. Это, опять приход Ничего поймал. Не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Злые дрови, полисмен, фильм. Я совсем один. Заклинание, класс. Теперь ты не один. Теперь ты первый. Ты дивергент. Блять. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. Иной. А ты всех убил. Теперь я один. В смысле убил? Ты не один, там их куча же еще. Всяких. Нет, заклинание на колбасу. Так, все, теперь можно его сожрать, мне кажется. Вот она, конечно, вот теперь ребенок. Это предыдущий был поезд будущего. Пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить ребенок. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Да, все, на этом можно. Сейчас заставка, наверное, какая-то будет, и будем. Симова не прочел 3 раза заклинание, мне полный холодильник колбасы. Блять. О, можно его сжечь просто? Ну, Паш, тебе жрать нечего. Да. Колбаски. Наколдовать. Так, короче, сохранен, прошел. Вот эту дикую обезьяну потом донесем в следующем стриме. Возможно, в среду. Если в среду будет метро, пока не знаю. Пистин приехать, захватить ваш стрим. Да. У него брюхо прозрачное периодически становится. Вот один раз стало. Вот, еще раз стало. А, текстура. Так, ну а в среду может быть не метро, а может быть Сан Андреас. А может быть что-нибудь еще. Короче, господа, ладно, всем большой этот самый спасибо на всех платформах, прибегающим, убегающим, комментирующим и не очень. Отдельное спасибо, кто посмотрел этот стрим уже в записи до этого момента. Спасибо за поддержку таким образом, в том числе. Прощаемся до следующего стрима. Среда. Можно на уведомление подписаться, да. Прожать всякое. Вот. Ну и все, наверное. Всем доброй ночи. Пока-пока. А? Охо. Охо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо-хо. Эй! Да.